Я уверена, что вы все знаете. Но я бы хотела вам напомнить, что если вдруг случится пожар, мы звоним по номерам 101 или 112. Можем набирать абсолютно любой номер. Когда набираем, самое главное не паниковать, четко сказать, что у вас произошло, назвать свой полный домашний адрес, представиться. И в случае пожара в квартире мы, конечно же, эвакуируемся наружу, на улицу, где безопасно, мы можем спокойно дышать. С наступлением холодов увеличиваются риски возникновения пожаров, особенно в жилом фонде, а наиболее частой причиной таких происшествий является пресловутый человеческий фактор, а именно неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому особый акцент работники МЧС в этот период делают на категорированных граждан, которые наиболее подвержены риску возникновения чрезвычайной ситуации. Это одинокие, одиноко проживающие люди, инвалиды, пенсионеры, семьи, где дети могут находиться в социально опасном положении, а также лица, ведущие социальный образ жизни. Работники МЧС не только проводили обследование домовладений и проверяли пожарное безопасное состояние жилых домов, но и также устанавливали автономные пожарные извещатели и разъясняли правила безопасности. Ведь основная задача — научить правильно вести себя и обезопасить себя и свое жилье, а не наказать.